Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Татьяна, мы находимся в нашем офисе Башни Федерации, 18 этаж. Сегодня у нас в офисе наш клиент, который недавно совсем получил американскую визу B1B2, долгожданную, после подготовки, после одного отказа по визе, наконец-то получил свою туристическую визу. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко о себе, как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Айбек, мне 23 года, я из Киргизии, там город Ош. Мы очень много готовились, чтобы получить эту визу. Мы перезванивались с этим юристом 2 месяца, 3 месяца по WhatsApp, по Viber, говорили с ней, она мне очень помогла, поддерживала всегда, можно сказать, в трудные минуты. И вот моя мечта сбылась, я получил визу Соединенных Штатов Америки. Похвастайтесь. Вот она, заветная виза. Супер. Моя мечта сбылась, я уже говорил. В Соединенных Штатах Америки находится мой брат, который уехал примерно 5 или 6 лет тому назад. У него все хорошо, он успешный человек. Я хотел бы стать как он. Я беру пример с него. Ну, он меня зовет, да-да. В какой город поедете? В Лос-Анджелес, там киргизская диаспора хорошо развита, я хотел бы туда съехать, посмотреть, как он живет и как он зарабатывает, конечно же. Да, в США хорошие условия для работы и заработка. Да. Отличный выбор, я вас поздравляю. Спасибо. Надеюсь, уже встретимся в США, всего доброго и... Победная пятерка. Друзья, всем спасибо. Увидимся в следующих видео.